Кубань на вкус, нет понятия кубанская кухня. Оно еще не сформировано. Лично для меня Кубань – это блюдо, приготовленное на открытом огне. Это насыщенный южный вкус, приправленный и кислый, и сладкий, и острый, и максимально свежий. Я для себя давно определил миссию, чтобы Краснодар стал гастрономической меккой, чтобы в этот город приезжали специально для того, что здесь есть отличные рестораны. И желательно, чтобы они были мои. Все, погнали. Теперь ебашим. Сморчки через кокос сюда. Во, это другое дело. А что до этого не так сделала? Ты только его положила. Должен класть вместе был кальмар. Что там так долго заблудились? Мне нужна форель. Очень срочно. Моя жизнь, моя кухня. Не могу не думать о еде, когда я вне ресторана. Я не хожу на работу. Я живу работой, а работа моя жизнь. Нет, у меня нас нету. Две минуты, блядь. Нету две минуты. Это труд, адский труд, который приравнивается к шахтерскому. Можно побыстрее, чуть ускориться, блядь. Что вы, блядь, как коровы еле мычите? Я-я-я-я. 14 часов на кухне, иногда в жаре, иногда непонятно в каком состоянии, порезы, ожоги. Кухня – это стресс, кухня – это давление, кухня – это кайф. Кухня – это адреналин, кухня – это вкус, кухня – это жизнь. Можно говорить до утра о том, что такое кухня, если ты это любишь. Здесь меняем этот на мойку. Чистоту поддерживаем в течение рабочей. Только отдали, все затираем. Ясно? Чистые подносы. Этот на мойку отдавай. Или протирай. Спрей, протираем поднос. Протираем чисто-чисто. Лучший шеф юга России. Окей. Круто. Мне очень приятно. Ну, прям правда, мне приятно, я этим горжусь. Но я не рассуждаю на эту тему. Для себя я всегда остаюсь человеком, который недоволен тем, что есть. Это сало? Можешь сделать покрасивее здесь? Оно должно быть на розочку похоже. Готовим угли, корзинка! Всегда что-то не так. Не хватает, надо добавить, надо переделать, надо то, то. Мне нет времени думать о том, что я лучший шеф юга России. Лех, рагу доставай, петрушка, крем, рагу, все дела. В этом году правительство Москвы официально пригласило гид Мишлен. Гид заходит всегда в страну, не в город, а в страну. Это как стандарт качества о том, что в этом ресторане готовят отличную еду. Но когда шеф попадает в эту зависимость, что у него есть звезда, и теперь ему надо готовить, он пытается готовить теперь как на две, и он начинает там себя загонять и все остальное. И это уже неправильный подход. Я считаю круто, когда вне зависимости, ну дали звезду, окей, хорошо, круто, престижно, но нельзя меняться из-за этого, нельзя ставки на жизнь делать из этих звезд, да? 300 грамм обычный лук, 100 грамм шалот, быстро готовим соус, доготавливаем демик. В наших ресторанах еда интересная. Она вызывает эмоции, и она оставляет впечатление. Чтобы превратить еду во впечатление, сначала формируется какая-то идея, то есть что мы хотим передать, что мы хотим донести. Я готовлю еду специально такую, чтобы она могла говорить, даже когда меня нет в ресторане. На примере нашего меню десерт угли-угли. Мы прям вот сидели с ребятами на кухне, еще и ресторан строился. И я говорю, нужен десерт, который будет передавать харизматику ресторана. Давайте сделаем угли. Привезли камни, купили пищевой силикон, сделали, изготовили сами формы углей. А потом сделали просто шоколадный мусс. Скучно, надо, чтобы что-то раз и что-то вытекало. Добавили соленую карамель вовнутрь. Идеальное сочетание. Получили угли. Да, красиво, да, хорошо. Что дальше? Какую историю мы хотим дать? Что мы испытываем, когда мы видим угли, когда мы сидим возле камина? Мы слышим треск дров. И я говорю, вот это теперь нужно, извиняюсь за
прямолинейное выражение, нужно этот треск поместить в рот, чтобы ты ел и понимал, что угли трещат. И потом сверху взрывная карамель. Взрывная карамель начинает трещать. Иногда круто, когда гости едят, и за соседним столом прям слышно, как они едят, и трещит во рту. И это вызывает некий интерес, когда там музыка негромко играет. Вот прямо вот на этом месте вечерами мы разводили костер и запекали картофель. Вот прямо вот здесь. И теперь он стоит в меню в ресторане. Здрасте. Ой, Андрюша, я думаю, что тут у нас за это? Что тут за репортеры, да? Ты не меняешься. А как, что здесь? Здрасте. Здрасте. А сейчас там пойдем, тоже покажу. А что ты снимаешь? Это откуда ты произошел? Да, да, откуда мы родом здесь. Наш двор показываю. Я работал в охране. Я хотел быть адвокатом. Я прошел обучение в школе телохранителей, работал на одного из известнейших предпринимателей того времени. У нас здесь ребята во дворе, очень многие там не очень хорошо закончили. Какие-то события были там соответствующие 90-м. По-настоящему страшно было, когда в один из моментов в офис приехали ребята. Ну, видно, что были непростые они с оружием, и мы с оружием были. И вот в одном из таких моих мероприятий мой друг погиб с соседнего подъезда вот здесь. В 2000 году я понял, что я хочу поехать в Штаты. Я уже засиделся в охране, все, стагнация произошла, остановка в развитии. И я хотел что-то делать, а что не понимал. И я уехал в штаб. Именно там я был очарован кухней. И именно там я понял, что я очень хочу работать на кухне и вообще быть связанным с рестораном. Я стал чувствовать себя как рыба в воде. Это было как будто бы вот для меня все создано. Это была магия. Это самый знаковый китель, мне его подарил шеф. Это ресторан «Давиос» в Филадельфии, где начался мой гастрономический путь. Я первый раз попал в ресторан хорошего уровня, fine dining ресторан. У меня произошла переоценка ценностей, когда я попал в Америку. Ну, конечно же, это контраст. Что у нас здесь было? Дом, школа, там, да, работа, еще что-то. Там другие люди совсем. У нас бармен был такой мужик взрослый. I will break you, Андрей. Вот так говорил все время, когда он работал, был на смене. Здесь матершинники писали. Это мексиканцы. Вот это сам шеф писал. Ты выполнял свою работу на невероятно высоком уровне. Спасибо тебе за всю проделанную работу для нашего ресторана. То есть, ну, такие очень теплые слова. Самая забавная история про шеф-повара, который был у меня первый. У меня не было шанса что-то не понять. Или задержать. Мне говорят, забирай такой-то стол, такую-то еду. Если у твоего размышления больше 2 секунд, в тебя летел сотейник. У меня прилетал сотейник, потом железные щипцы он кидал. То есть он готовит, я говорю, шеф, там, что-то переспал, он разворачивается и просто швыряет тебе что-то. А я откуда знал 5 прожарок мяса? Откуда я знал макароны? Мама варила макароны, а у них фузили, ригатони, паппарделли, лингвини, angel hair. Там. А для меня это макароны, и я не мог понять, какие брать. Он меня просто уничтожал. Но это было недолго. Это было отличным примером, как должно быть на кухне вообще. Мне нужно срочно форель отдать. Быстрее сюда, блядь, остывает цыпленок. Да, шеф. Она отдала, снял сразу. И все. Путаешься в чек. Они лезут и лезут. Сюда, блядь, сразу, а? Ты все равно еду сюда ставишь. 2 раза держишь одну ту же работу. Тащу уже.
смотреть. Так, короче, сейчас готовим два блюда. Ты, короче, трешь сыр. Понятно. На крупную терку. Вот так вот, короче, трешь. Понял? Как сыр плохо пахнет, капец. Тебе не нравится, как пахнет сыр? Нет, нет. Мне только нравится. Ну, хороший. Зачем столько, говорим, на муки? Мы шаладушки готовить будем. Я тебе тесто делаю, мешаешь ты, понял? Я только готовлю, ты подготавливаешь. Я не должен ничего делать, понимаешь? Я должен халявщиком быть. Халявщиком ходить не вред. Папа работает много. Он может приходить утром, он ушел, ночь прошла, и он вернулся утром еще одним. А может вернуться и в 11, и в 12, и в час, но я в это время уже ложусь спать. Да, красавчик. Ты быстрее меня работаешь. Попробуй. Опа, сладенько. Нормалек? Сахар надо добавить. Еще сахар? Другое дело. Да? У них своеобразные отношения. То есть они так общаются. Это так, конечно, шефу больше не скажет никто. И даже я ему такое не говорю. Пап, кто так закрывает? Это была проверка на стрессоустойчивость, но... Понятно. Бывает забавно, когда мне надо ему позвонить, и я ищу в телефоне его номер и ищу слово «шеф». Там он у меня записан, конечно, по-другому, но чисто на подсознательном уровне. И для меня он тоже шеф. Мы быстрее опаздываем. Иногда для многих сотрудников он даже каким-то собеседником часто выступает, психологом. Относятся они к нему как к строгому папе, которого ты не можешь не любить, но которого ты боишься. Так, друзья, сейчас дегустацию делаем, смотрим, что к чему, как готовы к работе. Разогревай, пожалуйста, это все. Нет ни одного оправдания не сделать идеально блюдо, которое ты должен делать идеально. А рикотта? Соль. Соли мало, да. Черемша, что-то мне не очень нравится. Фелисита протирали? А пюре кто делал? Пересолен. Тыквенный крутой. Слушай. У меня высокие стандарты в ресторане по дисциплине. Ну, во-первых, если ты опоздал, то ты больше не работаешь. Допускается один раз поспать. Нельзя пить воду при гостях, это неуважение. Поправлять прическу, нельзя использовать духи. Ты не можешь сменить просто так цвет волос, работая в ресторане. Потому что ты такой, типа, имидж поменял. Ну и поменял имидж, поменяй место работы тогда. Ну потому что мы набираем же людей, соответственно, как бы концепту тоже ресторана. Короче, если вдруг поднос недоступен, мы убираем тарелки с помощью просто использования рук. Значит, размещаем кисть вот так, помещаем вот на эту часть. Я могу еще много правил перечислять, потому что все они крутятся вокруг одного стандарта. Либо идеально, либо никак. Соответственно, у нас есть возможность нести две тарелки и вообще три без подноса и контролировать движение, чтобы наша еда никуда не съезжала. Окей? Yes. С официантами один вопрос. Вот он садится, я говорю, привет, как тебя зовут? Он там говорит, меня зовут там Паша. Я говорю, Паша, расскажи о себе. Все. Если человек не может рассказать о себе, ну, я Паша, мне вот 22, я там, закончил там то-то, то-то. Ну, в общем, когда человек не может рассказать о себе грамотно, слаженно, он не расскажет про твою еду. Вот такая бабочка красивая. Это чернослив и груша-дичка. Наношу сюда вот этот крем и помещаю его в трубу для того, чтобы крылья были подняты. И затем отпекаю в духовке до хрустящего состояния. Весь креатив вот здесь, в руках и в голове. Не нужно сверхспособности, нужно просто желание, страсть и любознательность.
для меня это дело принципа, не просто развивать свои рестораны, не только заниматься своим развитием, бизнесом. Хочется признания не личного, хочется признания всей команды, которая к этому идет. В принципе, мы можем начинать. Всем привет! Для нас сегодня особенный день. Вы находитесь в самом сердце ресторана. Это кухня. Вы здесь будете видеть все, что происходит у нас в течение рабочего дня, а также вы будете свидетелями особого гастрономического события, которое мы для вас подготовили. Гид Мишлен – это гастрономический рейтинг, который набрал невероятную популярность и стал знаковым в ресторанной жизни. Наш сет сегодня называется «Погружение». Погружение в продукты Кубани во все его грани, на которые иногда мы не обращаем внимания. Мечтой любого шеф-повара должна быть получение звезды как оценки своего мастерства. Но что это порождает потом? Какую гонку порождает за звездами? Какую паранойю у некоторых вызывает? У некоторых даже лишение жизни вызывает. Мы создали этот стол для того, чтобы вы чувствовали себя и в ресторане, и дома. И как будто бы вы на выходе, но все равно вы в узком кругу, который объединяет самое прекрасное в нашей жизни – это еда. История совсем недавно произошла. Один француз просто узнал, то есть слух прошел, что у него могут забрать звезду. А у него их 3 звезды было, и они все фамильные звезды, то есть, грубо говоря, там поколение уже 4. Он только услышал, что у него могут забрать, и он не выдержал психологически. Покончил же самоубийством. Я знаю шефов мировых, которые отказываются от звезд, потому что они не хотят работать в таком напряжении и давлении. Они хотят просто готовить еду. Им важно другое. Им важно, чтобы зал был полный, чтобы люди были счастливы. Отсюда все же все и пошло. Не могу ответить 100%, когда придет гид Мишлен именно в Краснодар. Только можем надеяться и ждать. Надеюсь, что из-за этого шефы не начнут ехать в Москву, чтобы открыть ресторан там, чтобы получить звезду там. Это будет прям ошибкой. Ну, вот мое мнение, опять же. Я, например, не поеду. 100% не поеду. Я буду открывать рестораны только в своем крае. У нас уникальная страна, потому что регионы все, они прям кардинально отличаются друг от друга. И только в них произрастают определенные специалитеты, которые есть возможность готовить в этом месте. Таким не каждая страна может похвастаться. Таким никто не может похвастаться практически. Ну вот здесь ее много. Вот заросли. Вот все, что ты видишь. Да, это все спаржа. Ее очень легко находить вот по таким сухим стеблям прошлого года. Ага. Это характерные стебли. Вот, смотри, когда она вкусная, чувак, вообще. Пример дикой спаржи, которая растет у нас в крае. Я за ней 5 лет охотился. Я всегда пропускал этот момент. Он длится 2 недели. Вот она, удача. Но только уже переросла, конечно. Самая вкусная ее часть – это вот эта. Вот она. Самая мягкая, там, буквально там 10 сантиметров. Но реально ее нужно брать, когда она выходит из земли вот такими фиолетовыми проростками. А сейчас она уже взрослая, почти, да. Это как бы уникальный продукт, который сейчас так популяризирован, да, то есть мы изначально думали, что спаржа это откуда-то за границей, да. Но она же у нас теперь растет. Не, возможно, может, она попала к нам и оттуда, но она у нас растет. Еще бы, да, набрать бы побольше. Да вот. Нужно что-то добывать. Нужно не просто покупать продукты, ходить на рынок, там, разбираться в них, знать поставщиков. Там. Нужно искать от источника, чтобы минимальный путь был от продукта до ресторана или до блюда прям, да. Как зеленый горошек почти. Очень круто. Молодая красавица. Стратегическая задача шеф-повара – обращать внимание на то, что не обращают внимания. Я имею в виду через еду.
и развивать гастрономический вкус, гастрономический интерес к региону, либо к ресторану. Я считаю, что настоящий супершеф – это человек, который вкладывает в эту историю вот именно эту мысль. В России есть проблема – это страх и лень. Одно порождает другое. Два таких серьезных момента, которые не дают развиваться никому. Свежатина, кайф, вот это кайф, свежатина. Люди, не проявляющие интерес к работе, не могут работать хорошо. Люди, не проявляющие страсть к еде, не могут добиваться результата. И, к сожалению, их очень много. Поэтому дефицит кадров. Потому что нужно работать. Потому что просто нужно работать. Быть в постоянном поиске, искать новые ингредиенты. Вот это прям круто. Короче, есть история темперирования шоколада. Мы его сначала нагреваем до 36 градусов, охлаждаем до 32, потом опять нагреваем. Сейчас будем темперировать мидии. Мы провоцируем своей едой на то, что можно есть непросто. Моя еда – это мой ответ, как мы можем быть развиты в гастрономическом мире. Многие об этом не знают и, может быть, даже не узнают, что мы впервые за всю историю участия России в этом конкурсе попали в мировой финал золотого бекюза. Вот это измельчаешь в хлам и потом на сковородке выжариваешь до самого хруста. Это конкурс высокой кухни, который приравнивается к Оскару в кулинарии. То есть это самые престижные и самые сложные кулинарные соревнования на всей планете Земля. В ней участвует весь мир. Задания всегда разные. Выдаются одни и те же продукты, одни и те же требования ко всем командам, но все готовятся в разных условиях. А как это нету? Что это за ответ? Нету жировой сетки. Москва, у вас тут все есть. А если сейчас поеду на рынок и найду, и эту сетку потом на голову надену, а? Из-за того, что есть санкции в Российской Федерации, некоторые продукты мы не можем получить. Мы будем на аналогах тренироваться, и потом за 2 недели до конкурса приедем во Францию, в Лион, и на оригинальных продуктах еще 2 недели будем дорабатывать до автоматизма все, чтобы попасть в температуру продуктов, потому что продукты все равно разнятся. Это максимальная вакуумация, да? Просто убираем. Тут уже как бы сейчас финишная прямая, и назад дороги нет, сдаваться не вариант. Еда и кулинария – это прямое отображение культуры народа. Я хочу, чтобы с нашей страной тоже считались, уважали нашу еду, наш подход к кулинарии, наши уникальные продукты, наши технологии, наши вкусы, которые, я считаю, одними из лучших и сильных в мире. Чтобы, когда слышали русский шеф, говорили: о, мы знаем, и мы хотим приехать к вам, потому что у вас есть вот это и это. Не только борщ, сало и водка. Для кого-то это, может быть, ничего не значит. Но в глобальном смысле для страны, я считаю, это визитная карточка, когда люди могут сказать: я ел это только в России.